Андрей Семенковский с детства мечтал о небе, хотел стать летчиком. Но волею судьбы 19-летний парнишка оказался на фронте. В 41-м в составе 4-го стрелкового батальона его направили в самое пекло, под Москву. Тяжелого вооружения не было, нам не положено было. Гранаты давали и давали термитные шарики. Как теннисный мячик, он магнитный, прилипает. Прежде чем ее бросить, сердешь, она загорелась и бросаешь ее на танк. Вот. Она на танк как прилипла, и она не взрывается, она прожигает броню насквозь, танк выходит из строя. До августа 42-го Семенковский с новобранцами держали оборону на подступах к столице. А потом несколько месяцев защищали Сталинград. За уничтожение немецкой группировки Андрея Семенковского наградили медалью. Воспоминаний о Великой Отечественной у Андрея Владимировича много. Большинство связано со Сталинградом. Он до сих пор помнит, как было нелегко, и о том, как был на волосок от смерти. По мне, под Сталинградом на мне танк ползал. По шоссейке по этой немец чешет на танке. Вот, там еще их 4 или 5 танков по улице шло. Стреляют во всю все это. Куда? Я вот этот окопчик. Вот. А он, видно, заметил меня, видно, все же едет. Вот. И на мне начал разворачиваться. Вот хорошо вот эта вот дорога тут обваливается. А я чуть ли туда прижался, не могла она меня, танк не мог захватить меня. В 43-м, уже будучи командиром минометного расчета, Андрей Семенковский был ранен. Несколько месяцев пробыл в госпитале. Лечили раненых самоотверженно, несмотря на нехватку медикаментов. Ох, вот в госпитале как лечили нас. Ой, у меня сейчас мурашки бегают. Лекарства почти что не было. Вот загноение. Ложусь на топчан, две сестры. А то 3 на меня ложатся, держат, а одна сестра бинт протягивает туда и издирает, выдирает оттуда до крови все. Медаль Жукова, медали за отвагу и за победу над Германией. Эти награды напоминают ветерану о его боевом прошлом. Семенковский сражался на Курской дуге, освобождал Сталинград, Украину, Венгрию, Австрию, а победу встретил в Германии. Я приехал в расположение батальона, и как раз связисты поймали передачу, кто передавал, как передавали. О, победа, заключают договор, все, победа, победа, победа. Надежда Крыгина, Анатолий Гончаров, «Липецкое время».